все учебно, с кадром, это или сколько. Вот такой пазл, да? По центру пришли. В центр пришли. И будем... А занимались? Да, занимались. Пятерку получили, говорит. Да, пятерку получили. Теперь собираем. Творим, натворим. Заходит пазл. Прощаемся? Нет. Подожди, я жду тебя снимать. Собираешь. Что я обзевал все на занятии. Сейчас освежу, не могу как-то хорошо. Маша появляется. Это я соберу, а то не. Вот хороший. Ты себе крышку переверни, там рисуночек нарисуй. Не помню. Молодец. Что это делать в конце? И пойдет на белый мир. Думает, что ты танцует и поет. Пойдем в магазин, зачем? Она потом отвез? Да. Не знаю, что делать.
что угол будет. А вот это поставь с левой стороны, вот это ты взял, поставь и правильно. Вот это поставь сюда, и что она у тебя не поставит? Или она не сюда? Да. Сюда. Ищите желтенькую шапочку, еще какая есть желтенькая. Вот, посмотри, вот это вот может. Вот так. Смотри-ка. Ну-ка. Вот. Отлично. Смотри, как их можно поставить. Вот. Нет, там платье такое резное. Где платье? Так, а вот тут, по-моему, что-то чуть не то, да? Это, или так? Ну-ка, да, посмотри. А, да-да-да-да-да-да. Да. Давай попробуем вот эту сторону еще. Так. На балево и проносик. Сюда посмотрим. Попало? Вот мордочка. Вот это, по-моему, сюда. Вот эта штучка сюда. Ну, прости, да. Сюда, а вот это, наверное, сюда, да. Вот. Да. Да, это надо. Вот, молодец. А, да, да. Нет, нет, нет. Нет, вот это надо сюда. Сюда. Так. Так, сюда. И меня. Да, сейчас, давай. Заказал сегодня чай и все. Да, дед, мне сказал, что на картинке есть кто это. Какая Маша и медведь. Отлично. Сейчас вот берем. Молодец, берем.